Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами я, Горец, это мой канал. И мы с вами продолжаем проходить игру Chrome Спецназ. И это 10-й эпизод нашего прохождения. Итак, в прошлой миссии мы завалили одного чувачка. Он был в крепкой броне довольно-таки, если сравнить с предыдущими противниками. Мы узнаем о нем в этой миссии, что это все-таки, кто это был. Ну, я думаю, что это не генерал Стента, потому что генерал Стента нам еще надо найти и уничтожить, как вот пишет нам задача. Итак, приступим к новым приключениям. Продолжаем, что там нас ожидает. Так, это... это мы спускаемся, получается. Это вот. Наш прошлый уровень. Интересно. Так, давайте сохранимся с вами. Так, а здесь в этом... Так, надо кинуть гранату. Ложись, граната! Так. Так. Логан, у меня плохие новости. Я нашел информацию о твоем последнем противнике. Это один из прототипов суперсолдата Лургена. Он находился под воздействием экспериментальной версии стимулятора, специально предназначенной для совместного использования с биологически активной силовой броней. Короче, у Лургена есть игрушки получше, чем у спецкорпуса. Отвратительно. Из найденной информации выясняется, что Лурген имеет в распоряжении дюжину таких солдат. Они все в инкубаторах. Если доберешься туда прежде, чем их активируют, у тебя будет шанс! Это где? Посылаю тебе координаты, поспеши! А, стоит так, что ты? И даже не реагирует. Ты ранен? А, ты теперь убит уже, все. Ты не ранен. Тебя нет. Поздно пить боржони, приятель. Поздно. Так, давайте с вами. Так, здесь скинем гранату или не надо? А, вот он. Я его задел. Кажись, здесь надо снимать сверху. Вон там их. Здесь, не знаю, есть ли они кто. О! Вон и сколько. А, спрятался. А чё ты спиной ко мне повернул? Давай в член. О, все, попали в член. Так. Здесь в член попадаем. Это самое уязвимое место. Так, в голову. Так, гранату кидаем. Так, опрокинулся. Так, все. Так, снимаем этого тоже. Хотя давайте его гранатой убьем. Ложись, граната! Опа-на! Как он так это? Акробат, слушай, вообще. Так, кто там у нас еще? А, понятно. Так, ну аптечка, в принципе, у нас есть. Вот тебе. Так. Все? Так, оттуда должны выйти потом. Опа! Ложись, ученые! Ложитесь! Я ранен! Ты ранен? Ложись, граната! Ты
Так. Там, кажись, еще будут это... Справа. Вот, я же говорю. Ложись, граната! Так, сняли. Там-то будет еще? Нет. Так, побежали. Вы слышали, что говорил Пойнтер? Это, оказывается, суперсолдат. Ну, это как, наверное, личный охранник этого Стентона, генерала. Так, давайте вот с вами посмотрим. Есть. Завалили. Отлично. А, ты убежал. Чё, взорвалась сама, что ли? Ну давайте ему тоже кинем гранату. Ага. Лобешник получил. Давайте ляжем под стол. Меня попали. Что ты знаешь, как? Ты что, не мужик, что ли, блядь? То, ах, куда? Он спрятался. Ага. Ложись, граната! А что, он сам по себе умер опять? Как этот, Картрайт? Картрайт, да, наверное. Так, давайте с пистолета попробуем. Вот лохи, ребята. Я вас с пистолета убиваю, вы меня с такого крутой винтовки не можете завалить вообще. Ну, ребята, так не годится. Вы еще называетесь солдатами, да вы... Да вас тронешься, и вы... Ветром унесет вас, понимаешь? Пальчиком прикоснешься, и вы все, вы разорветесь на частички маленькие, мелкие. Лохи. Давайте сохранимся. Ну что с ним, блядь, господи? Давай, получили. Ты не умер, что ли? Ах ты! Лови! Так, ключ-карта, опа. Хорошо. О, помогите, спасите, если ты как раздался. Так.
На этих ничего нет, только жизнь. Так, у этого встретя. Так, и это вторая ключ-карта. Ну, возьмем вторую. Пригодится. А. Ты, это двери, смотрите. Двери с двумя ключ-картами. Фигнеть. Так, так, так. Так, я не понял, это что, лаборатория суперсолдат? О, сиренка сработала. Я на месте. Что теперь? Процедура активации автономных единиц SW-4 начата. Они активируются. Я не справлюсь с ними всеми. Ага, есть. Надо взломать защиту 4 разных терминалов. Это в комнате, где ты находишься. Я смогу отключить контрольные системы и брони. Надеюсь, это хороший. Я его убил. Единственный. Так что сделай это. Ловить, граната! Так, действуем оперативно, ребята. Так, здесь... Здесь нам надо взломать эти вот штуки. Нужно несколько терминалов взломать. Внимание! Обнаружено повреждение второй цепи контрольной секции. Готово! Теперь разберись с остальными терминалами. Ловить, граната! Так, давайте активируем. Есть? Отлично. Так, взломан вот этот. Так, вот этот взломали почти. Сейчас. Есть. Внимание! Обнаружено повреждение первой цепи контрольной секции. Где еще солдат? Солдатня. Солдатни нету, что ли? Давайте сохранимся, если что, всякие пожарные. Так. Вот это. Ага. Ага. Отлично. Внимание! Обнаружено повреждение третьей цепи контрольной так, секции. Так, еще идут. Так, давайте вот так вот тоже сделаем.
Так, минус один. Я, в принципе, ожидал чего-то такого серьезного, но, как оказалось, с ними не так уж и сложно разделаться. Ну что ж, да, давайте последний терминал взломаем. Так. Вот этот, этот, еще. Ага. Какой еще терминал? Нихуя себе! Да блять, откуда ты взялся? Так. Ложись, граната! Ложись, граната! Я ранен! Так, что-то подтормаживает игрушка. Давайте гранату отхерачим. Давайте этот замедлитель возьмем и броню включим. Отлично. Давайте подкрепимся и взломаем то, что мы не доломали. Так. Это старт. Это вот. Ага. И вот. Все. Внимание! Обнаружено повреждение четвертой цепи контрольной секции. Все, внимание, надеюсь, еще? Экстренная дезактивация контрольных систем SW4. Так. Необходимо немедленное вмешательство технических сотрудников. Славно! Они больше не встанут. Нет времени на отдых. Нужно добраться до Стентона, прежде чем он покинет базу. У меня новые сканы его кода идентификации. Посылаю тебе координаты.
Так, ну давайте вот координаты сразу запустим. Точнее, отметим. Так, валяйся. Лифт. Вот я точно не помню, это последняя миссия или нет, или их 11 будет. Так, а вон там показывает нам указатель, что типа там может стенда. Ну все, кажется, это выход, наверное, я так думаю. Итак, давайте приготовимся. Гранаты возьмем, кинем. Ать! Я впечатлен. Лучшие силы Федерации, команда спецкорпуса. Но этого недостаточно, чтобы применить генерала Стэнтона. Так. Опа, на. Ребятки, мы достигли его наконец-то. Ложись, гранат! Так. А у него 100% здоровья, слушайте. Слушайте, а может быть все-таки давайте как поступим? Может быть возьмем винтовку получше? Как вы на это смотрите? Это все, что ты можешь? Придется тебе попотеть. Я убью тебя! Слышишь меня? Ты продохнешь! Так. Давайте гранату кинем. Так, давайте вот так вот. Давайте вот так. Все, не спасся. У него... Опа, с пистолета снимается. Так, давайте так поступим. Восстановим свою энергию. И вот, вот этот ускоритель рефлексов или нейростимулятор. Кроме назывался ускоритель рефлексов. Видите как? В упор прям в бошку попадаем. Давайте вот так сменим. Ах ты, он удирает, слушайте.
сжать. 33%. Ну, он, наверное, сейчас подлечится, кажись. Да. Давайте кинем гранату. А, не понял. Ну все, прошли что ли? А, ну это следующая миссия. Я же говорил, 11 будет. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами, видите как, почти что настигли генерала, но он ускользнул. Но нам придется добить его в следующей миссии, и тогда мы наконец повергнем это зло. Ну, повергнем вот этот авторитарный режим. У нас будет хоть... Заживем нормально. Так, победим этих врагов. Итак, ну с вами я прощаюсь. В следующем 11 эпизоде мы встретимся. Всем до встречи и пока. Вот. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр.